Только что Тед уничтожил Рейнера. И Рейнер набэмил Теду. Вот так вот бывает. То есть мы используем только варп-гейт. Мы не строим никого из роба и из... Ну, кроме обсервера. Ну, из таргейта, естественно, тоже никого не строим. Месяца 2-3 назад, если меня спрашивали, что когда ГМЛ, я бы мог сказать, ну, там, я не знаю, через пару неделек сейчас займемся, там, еще что-нибудь такое. Возможно, да, то, типа, сейчас я скажу, нет, ГМЛа не будет, мне не интересно это абсолютно, абсолютно вообще ни капельки. Вот. То есть, игры со зрителями, вот я сейчас пока скажу, что, ну, пока хз. Но, то есть, сказать, что нет, ну, тоже не скажу. Вот. То есть я там в прошлый раз делал затравочку в этот, ну, как его, в сообщество. И мы там договаривались на игру со зрителями, ну, то есть со зрителями это вполне забавно, тут просто движуха всегда такая, как бы в организации немножко. Я подумаю, что в прошлый раз было хорошо-плохо, ну и там решаем. Время определить точно, то есть тоже сколько времени там на стрим выделить. В прошлый раз просто, ну, в прошлый раз тема была такая. Собрались и все, просто каждый попал в сетку, рандомом мы распределили всех. И после рандомного распределения всех... Соответственно, мы начали играть. Потом кто-то еще подходил, ну и... Ну, то, что кто-то, ну, не успел к самому началу, да? Типа такого или еще что-то. И, ну, мы играли там до последнего зрителя. То есть вот прям сначала до конца. Сначала до конца. Точно не будет чего. FFA... Монобатла, скорее всего, не будет. Это вроде и прикольно, но не то. То есть максимум, что можно типа устроить, это вот что-то типа один на один со зрителями. Каждый может попробовать поместиться. Что-то типа такого. Чик. Давайте попробуем. Я думаю, что-то не то. Варпинг заказал. Думаю, как-то все. Что-то, не... что-то есть какое-то ощущение, что где-то ошибся. Вот, то есть придумаем формат немножко, организуемся и вполне возможно. Это типа точное времени даты там. Так, ну Зерк у нас пока что нормально. Семёныч играет достаточно честно, вроде бы, без всякой жести. Можно отправляться на захват базы. Придется несколько таких лейеров делать пилонных. Так. И сейчас будем пытаться на штормах выживать. Мне кажется, вот штормы тоже могут сыграть свою роль. Вот. Да, в формате, когда у нас было очень много, да, людей. То есть, ну, я типа устаю. Уставать это плохо. Thank you.
Так, ну что, начинается, начинается наша производственная мощность. Как всегда. По фотоночке, по батареечке в минералах. Касса. Так, надо люркеров немножко присечь. И немножечко доп гритов. Так. Ну что, пошли? Я уже забыл, есть у меня раба или нет. Есть, значит, не надо. Не, пойдем под плюс 3. Пойдем под плюс 3. Карана. Карана. Пока против зерга мы отстаем. Пока будем тут бегать. Будем бегать, искать, откуда нам принять урон. Так, заходим со всех сторон. Оп! Опачки! Равагеры, вы куда, дорогие? Оп! Видите, какой хитрец? Закупку зелень получил. Вообще жесткий. Так. Погнали. Я обожаю драться на Сузяга, ничего не видно, где что происходит. Ну, мы как бы точно так же можем. Главное нам никогда не драться в одной точке. То есть вот очень глупо будет драться в одной точке. Потому что вот здесь мы отправляем вот этих ребят. И как бы и нормально. А, все, у него бас нет. Люра. У меня нету обсервера? Да. А как иначе? А что кроме люркеров?
Casa dei Templari. Не-не-не-не. Ну просто будем играть хорошо. Вот это атака. Это он решил тут позащищаться. Нормально. Люра не пройдет. Алмазик. То есть вот это вот как раз таки знание билда. Билд, когда ты его делаешь, да, то есть вот мы берем, пока не играешь, а вот просто строишь. Ты должен научиться строить, к примеру, к там вот, типа, третьей там минуте, например, таких-то юнитов, да, то есть вот ты тогда научился строить билд. Ты знаешь, как построить билд. А дальше тебе нужно узнать билд. Тебе нужно его наигрывать и понимать, что у тебя вот в это время появляются такие-то опции, да, то есть и ты вот этими опциями должен уже жонглировать, как-то играть. То есть в этом суть всех билдов и всего остального. Газ не добыл.
Только что Тед уничтожил Рейнера. И Рейнер набэмил Теду. Вот так вот бывает.